Всем салам, на канале Майвел, и вы на канале Майвел. Это прохождение по World War. Никакой World War Polygon, а Zone Motion 22 часть. Не, 23 часть. Чё я ошибаюсь-то, а? Как вы помните, в прошлом серии я себе купил экзоскелет долга. И в этом же серии куплю здесь себе жигалс пушку. Я буду самым крутым в зоне. И в том числе тебя в зоне буду я круче тебя, понял ты? Всем приятного просмотра. И удачи, чтоб не сдохли. И, друзья, вот мы в зоне Моушене. Я себе купил Калс пушку, и смотрите, сколько я хороших артефактов нашел для своего экзоскелета. И, как вы видите, у меня очень много денег. Я просто туда ходил, туда-сюда добывал артефакты, в итоге у меня столько денег. И артефакт мощный, и все, оружие мощное осталось. Экзоскелет монолита купить или наемников, потому что наемника легкая броня. И вот смотрите, в чем прикол. У наемников легкая броня. Вот, допустим, у меня голос пушка стреляет только на 3,7. Если я еще пулемет куплю, то у меня будет очень много килограмм. Поэтому я и хочу купить экзоскелет монолита, чтобы он весил меньше. И он 10, где-то весит 10, а это 12. Еще минус 1, и получается будет 9 килограмм весить. Это же нормально будет. Вот так я и хочу сделать. И пулемет с собой тащить, и гаусс-пушку, чтобы у меня было все легкое. Видите, я даже гаусс-пушку прокачал до конца. Денег столько много просто. Кстати, у нас задание, если кто помнит, у нас сейчас задание... пойти выполнить для сталкеров на Гапроме задание... найти лидера наемников, вот, добраться до спалки, найти копченого. Вот у нас это и задание было. Сейчас мы туда двинем. Кстати, я еще подружился с бандитами. Теперь бандиты меня не будут трогать. Вы помните, что им динамит нужен был? Вот я им принес динамит, и они со мной подружились, нейтральные стали. А динамит я нашел, блокпост военных. Вот там бандиты мочат этого кровососа. Сейчас вы убедитесь, то, что со мной дружило. Видите, я к ним спокойно могу подойти и продать все, что у меня лично есть. Артефакты я сдам за кадром, потому что это очень долго утомительное дело. Видите, они со мной вообще не воюют, они со мной дружат. Так, отремонтировать все исправно. Ремонтировать газ-пушку. И пойдем туда, да. Двинем туда и ждем хода. Бля, ну на меня напали. Ой. Оба, но ученые, кстати, начали воевать с наемниками из-за того, что ученые захватили точку наемников, поэтому у них война началась. Я, естественно, убегаю от этой зарубы, потому что мне нехрен там делать. Сейчас эта война капец придет. Этот военный убьет зомбяшку. Оба, опять там наемники. А ученые просто расстреливают их на ура просто. Находим тут артефакт морской эш и двигаем дальше. И ждем хода. Ну все, капец военному. Как кровосос приходит, все, капец всей локации. Также на дикой территории происходит. Там 3 контролера или 2 контролера. Там просто пиздец какой-то происходит. Как видите, у меня очень много артефактов падает. Потом я за них денег очень много получаю. Вот, смотрите, сейчас это все пройдет. И у меня повысились эти отношения с долговцем, чистонебовцем, ученым, ренегаты, бандиты остались, и свободовцы остались. Вот я не знаю, как военных для наемников вполне задание надо, чтобы они с нами подружились. Вот и мы это и сейчас и будем потом делать. Надеюсь, в мертвом городе для них можно задание выполнить. Так. Забираем, что у них все есть. И сдаем. И сейчас мы продадим все этому ученому. Ученый здесь. Надеюсь, у тебя экзоскелет наемников нет. То есть я надеюсь, что у тебя будет, но нету, к сожалению. Так, дробаши ты, естественно, мне выкупаешь. И, как всегда, патроны. И все, двигаем дальше. Значит, сейчас будет у нас диалог с бандитом. Переходим на свалку. Переходим на свалку. И вот мы перешли на свалку. Сейчас у нас задание. Куда двинуть?
Стой, сталкер, не стреляй, меня зовут Хмурый. Я под паханом работаю. Подранили меня твои дружки, нейтралы, дотянут бы до своих. Не будь редьки, уйди с дороги, у тебя свой путь, у меня свой, да. Даст Бог, не встретимся больше. А Гапроме, говоришь, хабар у сталкеров отжали. Да, было дело. Пару недотопов обчистили, ну да, это дело жёсткое. Вчера нам повезло, сегодня, как видишь, тебе. Но коли, перегнули чуть, так извинения со зла. Постарись, мил человек, не гожи правильному сталкеру, если бы хулоном бандюка. Счёты, сходи-то я так быть, скажу, где копчёты. Ваш хабар попрятан, наш штаник находится в телящих шахте южного завода Агапром, бывай, сталкер. А вновь на задание добраться до точки вентиляционной шахты Агапром, забрать таник остатки хабара. Где? Где? Добраться до точки вентиляционной шахты Агапром, забрать таник и остатки хабара. Серьезно? Хорошо, мы, значит, двигаем туда. Так, со мной здесь никто не враждует, значит, можем идти спокойно. Честно, ты все будут воевать. Все воюют, все мочат друг друга. Да, я пойду туда. Так, артефакта нет? Не, у нас тут аномалия нет. Вот и бандит мочит сталкера. Бля, капец, у меня все чешется. Чем мы еду поедим и пойдем. Хоп. И ждем хода. Все ж, переходим на Агапром и смотрим, где эта шахта-то ихняя. Так, где ваша шахта? Где ваша шахта? Ну-ка, давайте еще раз посмотрим это задание. Нетитлённая шахта. Где? Не здесь. Не здесь. Пещера с аномалиями. Болотная тропа. Нетитлённая шахта. Вот туда и нам надо идти. Наемники появились. Бля, пиздец. Сейчас мы еще туда двинем. И дойдем до туда. Артефакты я не буду собирать, потому что за кадром собираю их хорошо. И, кстати, знаете, в чем прикол? Надо продавать оружие. Оп, тайник найден. Осталось его обыскать и доставить найденный на ближайшую базу одиночек. И так можно скорее. Это подсказывает мне, что местечко будет базовым враждующих группировок. По определению может быть спокойным. На задание обыскать тайник, доставить содержимое тайники на ближайшую базу одиночек. Ага, и как мне выйти отсюда? Только... Ага, вышел. Говоришь, будут нападать на меня, да? Ну, ладненько, идем, значит, ждем хода. Откуда здесь так много наемников, капец? Капец, сколько тут бандитов на нас нападают. Наемники, бандиты. Ну, сейчас главное надо дойти до Акапрома и все. Доходим. А, кстати, я бы вам хотел сказать, надо оружие, которое у меня были, я продавал. Этим сталкерам в итоге я... У меня сталкеры были с автоматами ходили, а то они с пистолетами ходили, им продавал оружие. И все было нормально. Сейчас для тебя ничего нет. В смысле для меня ничего нет? Чего надо? Доставить остатки хабара на ближайшую базу одиночек. Где? Таник на один местечко на базу. В смысле, а куда это мне доставить? В смысле? Вот, допустим, я пришел сюда, зовут Агапрома. Добраться до дороги в темную долину. Что? В смысле? Где база одиночек-то? Какая база одиночек? В смысле? Какая база одиночек? Это разве не база одиночек, что ли? Или что? Бля, что за херня происходит с этими заданиями? Ой, бля... Пиздец нахер. Чего? Я же пришел. Да ничего там осмотреть. Задание, вот допустим задание. Достать остатки хабара на ближайшую базу одиночек.
Где хабар? Где? Какой хабар? Нет, не вижу никакого хабара. Я что, там хабар забыл, что ли? Давайте подождем хода. Наемники там убивают их. И бандиты убивают сталкеров там. Ну, тем плохо, конечно, там. Оба, это сталкер с Абаканом там был. Чё так много наемников, интересно? Твою мать, а не мою. Вот это хапа. Ооо. Мой сырный медведь, мой сырный неизвестный умелым дети. Медведь. Благодаря странным элементам с частями ночная звезда. Практически не имеет веса, в основном полностью одичённым донору. Забрать. Конечно, нифига, сколько тут каменных цветков, офигеть. Офигеть, сколько тут каменных цветков, еба. Кузовет, модифицирован неизвестным методом детектора медведя, благодаря стальной методости артефакта звезды, практически не имеет веса, остальным полностью. Давайте используем, почему бы нет. Идем, значит, сюда. Ждем хода. Аномалия, так. А, не-не-не, он не ищет такие артефакты. Это плохой детектор. Давайте вот этот используем, смотрите. Этот показывает, что можно искать артефакт. Что, давайте ждем хода. Блять, эти наемники. Блять, долбоебы. В смысле со мной бандиты враждуют? Вы чего, офигели что ли? Че, офигели что ли? А, я не понял. В смысле, они со мной враждуют что ли? Ну-ка. У меня с бандитами опять похудшилось. Блядская уродка, а? Ну ладненько. В смысле не зоны достигаемости? Бля, да пиздец, что за хуета происходит? Ждем хода, короче. Блядь, уроды, они мне испортят броню вообще сильно. Ну ладно, пусть ухудшается они график, ну ладненько. Блядь, так ухудшается группировка с ними, или чё, блядь? Я просто нету слов, капец, меня сейчас броню все испортят. Да, уже 68 уже испортит меня. Так давайте бинтов сожрём, они очень бинтов дофига. Так, блядь, сколько же вас много? Граната, вот, блядь. Так, на этих могу бросить? Бля, нет. Жалко. Так, сейчас могу бросить? Ну, блядь, суки, сколько вас тут много ебаных сучек, а? Сдохни, пидорас. Все, сдохли, все нахер. Ах ты, сукин сын, а. Ах ты, сукин сын. Ах ты, сукин сын. Да иди ты в жопу, тварь. Все, готово, все, ждем хода. Наконец-то, господи. Господи, сколько их же тут много, блядь, было, а. Так, берем все, что тут есть. У этих наемников. Наебанцев. Собираем у них хабар, дофига у них денег. И у меня ухудшилось отношение с этими бандитами. Это очень печально, конечно. Ну и ладненько, что поделаешь. Так. Чини у меня все. Ремонтер 5000 ушло, капец. И патронов у меня ушло, так, в задание. Молчина Майвел, сдается мне, хмурый копченый уже не скоро появится на Агапроме. Спасибо за артефакт, где ты расставлен, что нашел, может тебя оставить в качестве платы за труд. Ты так что особенное, второго такого по всей зоне не сыщешь, бывает, дружище. В смысле, детектор остальное, что нашел, можешь себя оставить в качестве платы за труд. Этот что нашел особенный, второго такого, ну по всей зоне не сыщешь, бывает, дружище. В смысле, этот артефакт, детектор очень редкий, что ли? Благодаря умелым медведь, благодаря встроенным элементам с частями артефакта ночная звезда, практически не имеет веса, в остальном полностью ищем донору. Я не вижу смысла тащить такой собор детектор. Я лучше продам этот детектор, потому что мне не сдался. Да, естественно, Велес намного дороже продается, значит, это мы продадим. Качество за труд уплотнено. Так мало денег ты у меня взял за этот детектор. Значит, он самый плохой всех детекторов. Так что ты не продал, что ли? Продать, я сказал.
Детектор Виллис мы поставим. Использовать. Вот и все. Так, у тебя нет экзоскелет наемников? Нет, у меня денег много, так что я могу тратить. Так, вот и все. Мы все задания выполнили для этого сталкера. Это очень хорошо. И значит что? Мы можем двигать теперь, знаете, куда? Можем двигать теперь на мертвый город и выполнять задания для этих сталкеров. Не сталкеров, а для Сахарора. Так что мы будем выдвигаться в мертвый город. И потихоньку дойдем туда. И посмотрим, чего там, кого надо искать. Кого там обыскать. Так, переход, так, наемник. Наемник, что ты наемник? Купи у меня патроны, мне не сдались. Это тоже мне купи, они не сдались. Все, переходим, короче. И мы дойдем до дикой территории с янтаря. И с дикой территории мы дойдем до мертвого города. Я там видел дикую территорию, есть переход. На Агапром. Не на Агапром, а на этот. Мертвый город. Там бункер ученых. Мобильная станция, да, я знаю. Так, что для меня сейчас ничего нет. Я знаю, что мне для чего нет. Так, никакие артефакты не хочешь брать, нет? Там мне артефактов очень много, потом их надо будет как-нибудь сдать. Так, выдвигаемся вперед и ждем хода. Теперь мой черед. Я иду и жду хода. Они могут как-нибудь быстрее все это делать, потому что это очень долго ждать, утомительно. Жаль, что пропускать не надо, нельзя. Так, идем еще. И переходим к дикой территории. И... Давай грузить. Как вы видите, тут столько очень много трупов, их надо обходить стороной. Обожаемо! Ой, бля, все у меня был этот... Так, ученые там пытаются захватывать что-то. Так, ты иди в жопу, ладно, иди в жопу. Так, идем по аккуратной дороге, чтобы нас никто на нас не нападал. В смысле, там наемников убивает. О, это опасно. Так, путепровод, так, у меня тут все есть. Так, постараемся обходить их мимо и ждать хода. Ждем хода. Еще. Эти на меня стараются идти. Оба, меня задел, тварь. Вот и я дошел до этого местечка. Сейчас посмотрим, что тут. Тайник какой. Тайник, просто хлеб заберем и посмотрим эти трупики. Новиков ученых забираем, все, не хабар. И валим в мертвый город. Вот и все, валим в мертвый город. Ух, еба, сколько их тут. Эти наемники, естественно, будут со мной все враждовать. Так что придется всех перебить нахер. Ну что ж, давайте посмотрим, что здесь. Ничего, никакого тайника нет. Ну что ж, давайте на этом закончим. Продолжим в следующем серии. И всем удачи, все пока не болейте коронавирусом. И... Ну... Идите в жопу. Я буду продолжать играть. А вы будете и смотреть. Ну, всем пока. Ставьте дизлайки, и всем удачи, всем пока. Бля, суки.